Вашингтон, 3 июля, РИА Новости. Газдеп США заявил во вторник, что встреча госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД РФ Сергея Лаврова пока не планируется. В планах ничего об этом нет. «По крайней мере сейчас», — сказала представитель Госдепартамента Хезер Ноуэрт на регулярном брифинге во вторник. Ранее главы дипломатических ведомств РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку к российско-американскому саммиту в Хельсинки, ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа планируется на 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что на встрече лидеры намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня –